Ребятки, перед началом ролика хотел бы спросить вас, какой лучше всего купить золотой скин? Видите, у меня уже 47 тысяч золота. И давайте посмотрим моих бойцов. У меня вот такие есть бойцы, такие, такие, вот такие. Легендарок у меня нету, мифики, эпики у меня имеются. Давайте вы выберете, напишите в комментариях, какой лучше всего купить золотой скин. А мы переходим к ролику. Всем доброго времени суток, дорогие друзья. С вами Вепсал ТВ. В сегодняшнем ролике мы будем открывать Brawl Pass. Я его наконец-то собрал, открыл, купил. Сначала мы соберем базу, но перед этим хочу сказать важную вещь. Если ты заметил, то что сейчас у меня 39 тысяч золота. А это пахнет золотым скином. Проблема этого аккаунта, то что у меня здесь бойцов достаточно много, 31 боец и 4000 кубков, но проблема в том, то что легендарочки вот эти не разблокированы, а хочу я купить на золотой скин на легендарку, вот так. Надеюсь, нам сегодня выпадет какая-нибудь легендарка нужная, потому что если Сэнди и Амбер выпадет, будет печально. Начнем со скинов, наверное. Так, летит на Карла скин, самый красивый, на самом деле, я считаю, скин на Карла. Так, база собираем сразу же, вот так он легендарный падает нам, отлично. 5 из 7 хромиков на этом аккаунте. И скин давай уже получим. Не знаю, я считаю, самый наикрутейший скин вот на базу. Вот я почему захотел именно сезон этот купить, потому что он на базу реально очень классный, с этим мопсом прикольным, вот так. Начнем с самых обычных, наверное, ящиков, и потом с больших, потом мега ящики, чтобы мне более-менее прокрутить шанс этот весь. А по-моему, тут вообще нету шанса, это как бы маленьких ящиков, а нет, есть один. Так, первый ящичек, ничего нету. Шансы, наверное, давай посмотрим шанс. О, в магазине что-то появилось. А вот, бесплатный значок, потом бесплатный ящик нам дадут. Так, шансик смотрим наш, 0825, не особо большой шанс, но я очень надеюсь, что что-то выпадет нам. Так, бигбоксик полетел, 59 монет, Карл, Тара, Бас. Надеюсь, на базу еще, кстати, соберем все. Так, бигбоксик следующий поехал. И вот по поводу золотых скинов хочу сказать сразу же. Не знаю, у меня какая-то ностальгия есть, то что вот собираю эти золотые скины и уже более-менее реакция. Вот смотрю реакцию вот других людей, которые видят золотой скин на таких низких кубках. Они от этого действительно в шок входят и действительно как-то вот так получается неожиданно для них, наверное. Так, что-то будет? Нет? Нет. Кстати, здесь, по-моему, гаджетов и этих нету. Спасибо. Поэтому, если что, будет боец сразу же новый. Так, Бео. Нани, ничего. Следующий бигбоксик. Так, 53 монет. Тик, Мистер и Гейл. Так, теперь пропустим, потому что ну, золото замечательное. Угу. Хайпер, Нани и Поль. Замечательно. 78 монет. Что-то мне вообще ничего не падает. Что-то я думал, вообще ничего не выпадет сегодня. Хотя, в принципе говоря, может быть, что-то и выпадет. Очень на это надеюсь. Так, Кольт, Джин и Карл. Также напишите в комментариях то, что собираетесь вы покупать Brawl Pass, или уже купили, или купите на следующий сезон, потому что я вообще планировал открыть в следующем сезоне этот Brawl Pass, но все же, если ничего не выпадет на этом аккаунте, я куплю какой-то золотой скин, к примеру, на Ниту, потому что мне хватает на нее всего и голды, и прокачки. Поэтому, скорее всего, возможно, на Ниту будет. Да и медведь золотой будет тоже красиво смотреться с этим скином. Такой, знаешь, где-то сбоку бежишь, там, никого не трогаешь, и на тебя идет золотой медведь. Как тебе такое? Думаю, прикольно будет выглядеть это. Ну, посмотрим. Так, бигбоксинг следующий. Угу. 46 монет падает, а ничего не падает. О, BMW, отлично. Так, что у нас тут? 76 монет. Пенни, Дэрил и Мистер Пи. Неплохо. Битбоксы закончились? Два мега ящики пошли. Конца, наверное. 5 предметов, замечательно. Ничего не выпало с этого ящика. Но зато даблера выпали. Хорошо. Так, 5 предметов вновь. Что-то я не знаю, шанс вообще увеличивается, может, но ничего не падает, это как-то странно даже. 500 монет, обалдеть, как много. А, вот бигбоксик, как забыл. Так, 66 монет и ничего нет, да? Понятно. Давай значки соберем, значки классные.
Так, гул, плачущий вольт, с хлопками такими. Два, следующий мегаящик откроем. 5 предметов. Хорошо, ладно, давай тогда Олегу одну выпадет в стене, и все, и больше ничего не надо. По сути, мы здесь собрались ради того, чтобы увидеть Леги, и все, больше ничего не надо. Такое пока, такое. Даже ничего не выпадет интересно сегодня. Хотя нет, сегодня выпал уже этот уже. Легендарный боец. На данный момент, на данный сезон. Блин, я же надеюсь, не зря купил Brawl Pass, который хотел оставить на следующий сезон. Не зря уже. Но у меня мегаящиков не осталось, у него остались еще парочку. 5 предметов, что-то напряженно идет все. Такое ощущение, хочет Легу дать, но не может. Посмотрим, так. Что-то еще есть? Давай значки соберем еще. Мистер Пи, тоже прям такая. Вообще, два. Мегаящик еще остался. Давай, 6 предметов, пожалуйста. Можешь 6 предметов? Ой, не знаю, вообще не знаю. Может, вообще сегодня ничего не выпадет. Вот это, как бы, такое открытие может быть. Но если что, что-то такое случится, я, возможно, еще бигбоксиков накоплю на этот аккаунт и все. Так, давай пока не будем собирать остальные награды. Быстро мы соберем. Золото. Так, не нужно нам. Так, давай значки пособираем. А, у нас еще один ящик как минимум есть, потому что у нас значок этот ненужный. Идут. Этот нормальный. Это тоже нормальный. Вот какой-то нам значок за это должны быть бесплатный ящик. Из него для него было бы классно было бы. Но нет. Так, это по-быстрому давайте соберем. Раз, два. Так, хорошо. Прикольно, кстати. Плюсина. Так, бас. Это бас. Так, здесь. Что, ничего не выпало? Серьезно? Так, ну давайте очки силы пока оставлю. Коплю бигбоксов и в итоге посмотрим, что получится, как, что и почему. Ладно. Давай шантик еще посмотрим, сравним, может что-то изменилось. Кстати, 43 тысячи, 44 уже почти. 0,980. То есть, как бы, да, поднялся шанс, но пока еще не полностью. Ну, в общем, я подкоплю пару бигбоксов и перематываем момент. В итоге я еще открыл пару ящичков, мне ничего не выпало, кроме Мортиса и база, вот так. Поэтому вот золотой скин буду покупать только вот из этих скинов. Возможно, я подожду до 21 числа, посмотрю Brawl Talk, и если в нем что-то будет нормальное, то, скорее всего, куплю какой-то другой золотой уникальный скин. Например, на Эдгара, либо же на кого-нибудь еще. А так, мне посоветовали, сказали то, что на Мортиса сразу же будет два золотых скина, со шляпой и без шляпы. Поэтому, скорее всего, возможно, именно он будет. Всем спасибо, кто посмотрел ваш ролик. Всем удачи и пока.